Это на юге Украины. Очень теплый, хороший город. По образованию я инженер-электрик. Работала на предприятии газотрубостроительном, который находится в нашем городе. У меня двое взрослых, уже достаточно взрослых детей, у которых уже есть свои семьи. У дочери есть очаровашка-внучечка, которую я душенчаю и, конечно, люблю. И всегда с ней провожу все свое модное время. Вожу ее на балет. Занимается она балетом. Очень успешно. И изучением языков. Сын тоже имеет свою семью. Я очень люблю занятия спортом, пешие прогулки, люблю природу, люблю наслаждаться звуками, звуками природы. Конечно, как любая женщина, я люблю готовить, печь. Здесь у меня свой круг подруг, которые мы любим посещать театры, музеи, выставки. Мы ходим на оперу, на балет, очень мне нравится, слушать музыку. Я хочу встретить честного, умного, сильного и мужественного мужчину. Я тебя с нетерпением жду.